Данский банк закрывает свои филиалы в России, Эстонии, Латвии и Литве. Причина – скандал с отмыванием денег. Ранее эстонская финансовая инспекция запретила деятельность местного отделения. Расследование началось в прошлом году. Была обнаружена серия подозрительных транзакций на сотни миллиардов евро. Данский банк – это один из крупнейших коммерческих банков Северной Европы. В России он был представлен с 2007 года.